Тема долгов за поставленные ранее ресурсы – одна из важнейших. Активная подготовка к новому отопительному сезону может быть бесполезной, если ресурсоснабжающая организация не расплатится по счетам с газовиками. Задолженность продолжает накапливаться, не очень понятно. Как я уже сказал, по муниципальным учреждениям задолженность свыше одного месяца уже 1 252 000. По управляющим компаниям задолженность свыше одного месяца со сроком 32,5 млн рублей. Кроме того, на штабе было дано поручение провести проверку отчетности, предоставляемой управляющими компаниями. Димитровград отстает от общеобластного графика. У меня есть поручение в отношении двух компаний, Сервисград и Сервисград-1, провести проверку документальную. И чтобы фактически было подтверждение вот так, процентов. И организации «Новое время». Которые, то есть я сразу объясняю, почему то есть, принимают это решение. Это самый большой процент первый и самый минимальный процент подготовки. Проверяющие должны также установить причины отставания некоторых управляющих компаний и объектов социальной сферы. Пока из всей социалки хороший процент готовности только у спорткомитета. Наталья Васильева, Константин Белов. Новости Димитровграда.